То, что касается мероприятий, еще в 2015 году комбинат начал работать в пределах предельно допустимых выбросов. То есть мы добились тех нормативов, которые нам, скажем так, установила наша Российская Федерация, правительство Российской Федерации согласно всех законам. Но так как мы предприятие не только российское, но и мировое, соответственно, мы в системе экологического менеджмента также функционируем, и мероприятия по поддержанию и доведению всех наших выбросов до тех российских нормативов мы в течение последних 5 лет поддерживаем. Тут у меня есть информация полностью за последние 4-5 лет, сделанная по госдокладу. Госдоклад, насколько я знаю, делает ваше министерство. Да, соответственно, если мы возьмем наше основное маркерное вещество по заводу, то есть взвешенное вещество, с 2015 года по 2019 год оно снизилось в 4 раза в городе Ачинске.